аэропорт. Я еду домой. И вот мой провожающий меня человечек. Так, ребята, мой трип начинается, и я сейчас буду, получается, идти на стойку регистрации и регистрировать себя на рейс. На очередь стою. Да. Главное, отстоять эту огромную очередь, и все. Итак, я зарегистрировалась на рейс, теперь мне надо будет пройти досмотр и написать маме еще, самое главное. Вот, сейчас пойду, все сделаю, и получается, когда приду в гейт, снова буду с вами. Так что мне немножко сложно снимать сейчас одной, поэтому я какие-то кадры поснимаю, но мне кажется, выйдет очень короткий влог. Поэтому не бейте меня за это, я стараюсь для вас. Я прошла паспортный контроль, ну как, типа, контроль досмотра в моей ручной клади. Вот, в общем, теперь я иду и ищу свой гейт. Пойдем искать, куда мне садить свою жопку. Выход мне не составило найти туда. Да, я правильно сказала. Короче, выход у меня Е1, и он практически самый первый. Поэтому я плыву к нему. Это мой хавчик. Просто целая сумка хавчика. И еще, как бы тут еще лежит. И вот мои добиться. Да, сейчас будем получать. Да. Теперь мы едем на автобусе к самолету. Классно. Все. Я в самолете. И скоро будем взлетать. У меня взлет будет через 13 минут. Все отлично. И я буду читать. И скорее всего я буду читать что-то, что мне загрузило на этот телефон. Вот. И потом встретимся с вами уже в Москве.
Господи, какая я заспанная. Итак, ребятки, следующий наш пункт пройти все проверки в Москве и выйти к маминой подруге. Она меня забирает, и я еду к ней домой. А потом она отвезет меня в Шереметьево. Да, потому что у меня как бы следующий полет только 18:20. Моя гулька, поэтому пока что у нас хвостик. Все, я получила свой бегеш. И пойду сейчас выходить, потому что погуляла. Вот. У меня, блин, сеть теперь на двух телефонах. И я переписываюсь одновременно с людьми на этом телефоне. В общем, всем все рассказываю и показываю. Так что, когда я приеду домой к Насте, я, скорее всего, поменяю симки и поменяю аккаунты, чтобы у меня на этом телефоне был аккаунт моего русского номера. Скоро домой, да. В общем, Настя как такси. Она мне написала марку своей машины, цвет и номер. Обычно у меня так делает папа, когда он заказывает мне такси. Он мне обычно еще звонит по номеру телефона и говорит, какой у меня цвет и номер. Вот. И я говорю, ладно, я по цвету и номеру найду. И я со своим зрением такая, не найду. Но я думаю, я найду. Господи, у тебя аж камера не фокусируется. Так, ребятки, я прошла все проверки, и теперь мы ищем мой выход на посадку. Еще я хочу зайти купить типа Цезаря, салатик какой-то, перекусон, попить, потому что я понимаю, что пока я буду лететь, я по-любому не буду есть то, что мне дадут в Аэрофлоте, либо же я немножко поем. Да, у меня есть еда с собой, как бы ту, которую я купила, но ее сильно не хватит, поэтому я возьму какой-то салат и вот попить, да. И сейчас что-то возьму тоже пожевать. Угу. Так, я заказала себе покушать. Насчет Цезаря я уже не уверена, потому что поняла, что у меня много еды. Вот, и мне надо ее хотя бы съесть. Поэтому Цезарь откладываем, Цезарь потом съедим как-нибудь. Вот, заказала я, как обычно, свою любимую пасту и лимонад. Так, ребятки, я плотно покушать. И сейчас пойду к своему выходу. Я поболтала еще с мамой, что очень-очень хорошо. Это мне подняло настроение. Сейчас буду смотреть, где можно присесть и отдохнуть. Так, все.
все это крайний полет, и я буду дома 7 часов и 8 минут мне лететь. Я уже на своем месте, как видите, не у окна, к сожалению. Но мне это сейчас не так сильно важно. Главное, что есть телек, и можно будет посмотреть мультики, почитать свою книжку. В общем, да, буду занимать себя как только можно. Вкусняшки я положила и в сумку, у меня что-то лежит в багаже моем. Поэтому 7 часов я как-то попытаюсь пролететь. Вот, и хорошо, что я возле края, но, к сожалению, я почти что в конце самого самолета, то есть я по самой попе. Вот. Но это не так важно, скорее всего. Все равно, как бы, будем мы на автобусе съезжать сюда, ну, по-парски. Вот, если будет трап, то я, господи, этот коридорчик я буду благословить всеми силами. Вот, у нас сегодня нет коридоров, как я знаю. Так что я уже, честно, все забыла. Вот. Крайний полет. И здесь все будет хорошо. Я приеду домой. Я буду отдыхать, наслаждаться летом. Ладно, на самом деле я не помню, как устроен аэропорт в Хабаровске, блин. И в итоге я сейчас буду ждать свой багаж. А пока он разгрузится, это еще минут 10 пройдет, да. Спасибо, и мама, и мое.